Звыше 56 тысяч человек по всей Украине долучились до республиканской акции «Обновим лесы разом». С дня ее старта в Беларуси высажено больше, чем 27 миллионов дрэў. Нагадаем, что сёлета акция продолжится по 20 красавіка. И, как прогнозуют специалисты, заходишь из выников минулых годов, менавіта апошній яе день станет самым массовым по колькасці удельников. Для обеспечения посадочным материалом у Гродзенской области працуе 9 годовальников. Основную частку новых лесов складуют хвойные породы. На их долю придется 85%. Дуб, клен, ясень зойме 8% от запланованных площадей, 7% бярозы и альха. А кроме того, высаживаются и такие редкие для Беларуси породы, как листовницы, клены, липы. Саджанцы займают свое место на площадях, расчищенных после ветровалов, пожаров, тех, что были пошкоджены хворобами и шкодниками. А кроме створения новых лесов, в области активно занимаются дополнением культур, высаженных у попередних годы. Весною потребно провести такую работу на площади у 1970 гектаров. И додадим, республиканская доброхотная акция «Обновим лесы разом» сёлета проходит у 17 раз и присвечена году якости.